Как, Джон? Без меня прекрасно. Без тебя хорошо Джану или Эзелю? Не переживай, Эйшан. Мы заберем Джана, и все наладится. Что у тебя за вид? Что произошло? Кинан заставляет тебя работать на стройке? Джингиз Атай. Нет, мы с Эйшан собирались спать. А что такое? Эйшан вернулась домой? Прекрасно, передавай привет. Все в порядке? Включи телевизор. Что? Включи. Какой канал? Любой. По дороге в Сарыйор было найдено тело бизнесмена Юсуфа Эйра. В багажнике его машины обнаружено 11 единиц редкого оружия. Покойный Юсуф Эйр будет предан земле сегодня. Неподалеку было обнаружено тело водителя Юсуфа Эйра. Как такое произошло? Скажем, несчастный случай. Это Рамис? Рамис. Эзель. Ты. Приходи ко мне завтра. Что ты хочешь сделать? Изменить твою жизнь. С нами, Кинан. Не верим. Они испортят наши отношения. То, что они сделали с Эйром, они сделают и с нами. Давай не будем играть в эту игру. Мы намного умнее их. Он ждет вас, Джингисбей. Они играют с нами. Ты с самого начала хотел занять место Иира. Кинан, послушай, не испортят. Чтобы свергнуть Иира, ты объединился с Эзелем и проворачивал дела у меня за спиной. То, что они сделали с Ииром, и убийство Сердара, тоже твой план. Ты переманил Темуза и предложил ему кое-что. Ты предложил ему убить человека. Нет, Кинан, это ты дал ему фотографию. Послушай, Кинан, эта фотография в этом конверте. Мы умнее их. Это моя фотография. Ты очень расстроил меня, Джингис. Ты выбрал плохую фотографию. Я здесь плохо вышел. Кто? На колени. Кинан. Делай, что говорят, Джингис. Джан, вы присмотрите за Джаном? Дорогой Джингис, признаться тебе, твой ублюдок меня совершенно не волнует. И ваши семейные ссоры тоже. И Омер, и Эзель. Меня никто не волнует. Меня интересует лишь одно. Победа. Именно так.
поэтому я понял, как только увидел тебя. Как думаешь, почему я позволил тебе жить до сегодняшнего дня? Эй, Шан. Нет, мы с тобой разные, Джингис. Я не смешиваю любовь и работу. Опусти голову. Эйр был отличным партнером в 90-е годы. Люди были недовольны им. Он был человеком прежних устоев. Не поднимай голову, не надо. Я сказал, опусти. В Турции не желают видеть таких людей и хотят похоронить. Начался новый этап. Я из тех, кто готов к этому новому этапу. Я из тех, кто ставит нужных людей в нужные места. Поэтому уже в самом начале я выбрал тебя. Теперь ты можешь поднять голову. Я позволил сделать это. Именно я дал разрешение убрать Эйра. Он жил прежними устоями. Связывал меня по рукам и ногам. Твои амбиции и желания нравятся мне, потому что меня интересует лишь одно. Победа! Почему ты до сих пор на коленях? Видимо, ты не слышал, что я сказал. Я сказал, встань.